Pitu Prabhu will translate for you. Те, кто находится здесь, в храме Радхадамадара, поймут, что те Ачарьи, Шилупа, Шиджива, Шри Кавирадж Госвами, Шри Бхугарбха Госвами все еще живут здесь. И если кто-то действительно продвинут в духовной жизни, они могут все еще слышать наставления от Ачарьев, живущих здесь. Это индивидуально относительно того, как он воспринимает это через свое преданное служение. Находясь здесь, вы можете понять, как чисто окружение здесь. Made a copy for Ray can see afterwards. You can read it and I can also see clearly. So we are here, and you see Srila Prabhupada saying, giving some stress about how the Jiva Goswami, Rupa Goswami, etc. How they are still living here. It is not that they have gone away. And we can still get instruction from them. И здесь Шрила Прабхупада подчеркивает тот момент, что все эти святые, Шрила Рупа, Шрила Джива Госвами, они, Бхугарбха Госвами, другие, они все еще живут здесь. И что мы можем получать от них наставления. One example that Gurudev would repeatedly give to us would be we need to make ourselves into a good receiver, a good like radio receiver. In the old days when you have a radio and you tune it in, we have to be like this, make ourselves into a good receiver to receive what is in the ether. И нам Гурудев говорил, что Гурудев давал такой пример, что мы должны стать очень хорошими приемниками. В старые времена, когда радио нужно было настраивать, нужно было крутить колесико, пока волна не начинала звучать чисто, без помех. Точно так же мы должны настроить свое сердце, чтобы стать достойными восприемниками их милости и учения. And those of us whose masters have disappeared from the world, we know they can hear our prayers, and we try to make ourselves a receiver to hear their answers. И те из нас, чьи духовные учителя непосредственно уже ушли из этого мира, тем не менее мы чувствуем, что они все еще с нами, и что они слышат наши молитвы. И единственное, что нужно сделать, нужно подготовить сердце для того, чтобы услышать их ответ. So it's not only Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, who can hear and give some feedback to us, direction to us, but from 500 years ago, Jiva Goswami, Rupa Goswami, etc. They are independent of time as such. И не только Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj слышат наши молитвы, отвечают на них. Даже личности, которые ушли много лет назад, 500 лет назад, тем не менее, они все еще существуют здесь. Для них не существует времени и пространства. And Madhvacharya, he went to the Himalayas, to the cave of Vedavyas, to receive direction, instruction from Vedavyas. But yet he disappeared from vision, you can say, 5,000 years ago, at the junction of the Dwapar Yuga and Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. Oh, we're in Kali Yuga. Oh, dear. И Мадхвачарья еще в средние века он отправился в Бадрикашрам, чтобы встретиться с Шрилой Вьясадевой, который скрылся из нашего видения около 5000 лет назад, перед наступлением Кали-Юги. Ой, мы в Кали-Югу живем, какая жесть. So Srila Prabhupada is stressing that here we can still receive instruction from Jiva Goswami and Rupa Goswami, to hear from them. И поэтому здесь Шрила Прабхупада подчеркивает, что мы здесь находимся и для того, чтобы оказывать служение и получать наставления от Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Дживы Госвами, чтобы слушать их. So we shall also add, and from Srila Prabhupada, и, конечно, from Srila Gurudev, from Srila Guru Maharaj. И, конечно, мы можем добавить в этот список слушать Шрилу Прабхупаду, Шрилу Гуру Махараджа, Шрилу Гурудева. It is their place. Also. Это их место также. So
So we have been we've been fortunate to be here with devotees of Srila Prabhupada who've been with Srila Prabhupada here. И мы были удачливы в том, что мы были здесь с преданными учениками Шрилы Прабхупады, которые были здесь вместе с ним в те времена. And we've been fortunate to be with devotees who've been with Srila Prabhupada in the Radha Dhamma, in the Krishna Balaram temple, which he established on the Parikram path. И также мы удачливы в том, что мы были с преданными, которые были с ним, когда он основал храм Кришна Баларама во Вриндаване, на пути Парикрама, на окраине Вриндавана. And we are all fortunate to be able to, until today, see video of Srila Prabhupada giving class, hear his classes. И также мы удачливы в том, что мы можем видеть видеозаписи того, как Шрила Прабхупад здесь давал свои даршины, давал свои лекции. Read his translations, read his commentaries. Мы можем читать его переводы, его комментарии. Which is all coming in the line of Srila Sarasvati Thakur through Guru Maharaj. Которые все находятся в линии Шрилы Сарасвати Такура через Гуру Махараджа. And so many of the classes that we hear and we see, we absolutely see, oh, here's Guru Maharaj and here's Gurudev. And like Srila Prabhupada sort of missing them and presenting their depth and their humor too. We see Srila Prabhupada's hidden humor in many of the lectures, but it is there and we are kind of chuckling with Srila Prabhupada as he's saying some of the things we know that are directly Gurudev, especially his kind of transcendental humor. И когда мы слушаем лекции Шрилы Прабхупады, мы порой чувствуем, вот здесь вот Гуру Махарадж и Гурудев, это их их идеи и даже не только их идеи, даже их юмор. Часто Шрила Говинда Махарадж, у него было очень особенное чувство юмора, и мы видим, что определенные есть параллели, которые их связывают. Jai Shri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Anyway, this is his room, how humble. And still when he's established centers in, around the world, this is where he's coming back and staying. He needs no luxury, no this or that. He's coming here. И видите, какая скромная комната. И неважно, у него много было центров уже по всему миру, но он всегда приезжал сюда. Ему не нужно было каких-то шикарных апартаментов, он был счастлив здесь. If anybody doesn't know, they hear the recording, they can understand. We're in India. Если кто-то не знает, но услышит запись, сразу поймет, мы в Индии. Actually, I was listening recently to a recording of Srila Prabhupada speaking, because we do that. We listen to recordings of Guru Maharaj speaking, of Gurudev speaking. But I was hearing the recording and I'm just thinking while he's speaking, I wonder where he is. И как-то было недавно, слушал тоже записи Шрилы Прабхупады, такое бывает. Я иногда слушаю записи Гурудева, Гуру Махараджа, также Шрилы Прабхупады, я как-то слушаю и думаю, где же он в это время находится? And then very soon into the lecture I heard beep 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 beep. Beep, beep, beep. Okay. He's in India. И тогда очень скоро в лекции я слышал клаксоны автомобилей и понял, ага, все понятно, в Индии. But also when we hear the feedback from loudspeakers and things, we think, okay, that's India, but it can be other places in the world. И когда мы слышим, что громкоговоритель начинает просто реветь, то мы понимаем, ну это Индия, ну хотя это может быть и другие уголки мира. And by the way, there are not many things that you could say disturb Gurudev, because Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, quite aloof from all sorts of things. But the feedback, that screech of the loudspeaker, Gurudev did not like, and another sound is like the sound of when you drag something along the marble, if you like drag a table, if you drag a table along the marble floor, that sound Gurudev did not approve. И Гурудева очень сложно было чем-то обеспокоить, потому что
он как-то был вне всего вот этого, но два звука он переносить не мог и как бы всегда давал на эту тему комментарии, что так не надо делать. Когда вот громкоговоритель вот так вот, когда поворачивали в него микрофон, он начал там реветь. И когда кто-то что-то тащил по мраморному полу, и это скрежетало, вот этот звук тоже Гурдев не утвердил. But honing, okay. Но как бы вот эти все клаксоны, там звонки, стуки, как бы это все нормально. This visit to India, someone historic for me thing happened. That I saw for the first time ever, after being in India for many years, I saw for the first time ever on the back of a car, please do not honk. What? Where is he from? Впервые в жизни я увидел, тут на одном автомобиле было написано, пожалуйста, да, пожалуйста, не гудите. Что тут везде написано, пожалуйста, бибикайте, а тут это... А тут на первой машине, что, не из Индии, что ли, она? Anyhow, here we are, Srila Prabhupada's Bhajan Kutir, where we read just outside the door and on the pillar, and here maybe I always reside, I eternally reside in my room in the Radha Damodar temple. So here we are, Srila Prabhupada's very special place, as well as Jiva Goswami's, Rupa Goswami's, Bhoga Goswami's, all of the Goswami's special place here, and the deities, and Gurudev, Guru Maharam, our whole family. Итак, вы видите, что мы находимся в очень особом месте для Шрилы Прабхупады. Он говорит, я всегда пребываю в этой комнате в Радхе Дамодаре. Он говорит об этом в своем письме. И кроме того, это особое место для всей нашей духовной семьи, для всех наших старших поколений, Шрила Рупа Госвами, Шрила Джива Госвами, Бугарпа Госвами, Шрила Гуру Махараш, Шрила Гурудев. Это все, как бы, они все одна семья, они все здесь вместе собрались, они все вместе здесь служат друг другу. Jai Shri Aisi Bhakti Vrantra Swami Prabhupada Ki Jai, most merciful Srila Prabhupada, spreading the message of Mahaprabhu and our Guru Vaga Ki Jai. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Bhakti Sandha Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Ropa Kshidha Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Rupanuga Guru Vaga Ki Jai. Shri Chaitanya Sarasada Acharya Vrinda Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Ki Jai. Srila Bhakti Ramana Sudha Maharaj Ki Jai. So now,